Всем привет! Сегодня мы обозреваем общагу Штува на Зейштадт. Пойдем. Давайте коротко рассмотрим местоположение общежития. Как вы видите на карте, общежитие находится в 22-м районе, на конечной станции У-2 под названием Зейштадт. И я вам скажу, что это достаточно отдаленное общежитие от центра и от университетов. Почему многие выбирают? Потому что это новый район. Он был построен абсолютно недавно, и благодаря этому все здания, все рестораны, все магазины, все аптеки, абсолютно все новое. И несмотря на то, что этот район находится далеко, он, можно сказать, автономный, потому что там есть все. Там все современное, и когда вы приезжаете, вы попадаете будто в такой мини-городок. Цены вы можете увидеть на данном слайде. В общаге есть спортзал, общая кухня, комбинированная спать-раум, терраса, крыша, где можно делать барбекю, платная стирка, но это норма для всех общаг, принтер и также сауна. Но более подробно об этом всем я вам расскажу дальше. Давайте посмотрим. Штиги – это проход, то есть общежитие делится на два, можно сказать, главных входа в зависимости от номера вашей двери. Штудио РАМ переводится как комната для обучения. Там есть кофемашина, столик, принтер, в принципе, все, что нужно. Фитнес-раум, то есть спортзал. Я, к сожалению, не смогла вам его показать, потому что в связи с коронавирусом сейчас большинство общих комнат закрыто. Но я вам показываю фотографии с сайта общежития, в принципе, они соответствуют реальности. Гемачевс-раум означает общая комната. В ней в данной общаге скомбинирована общая кухня и пати-раум. Ваш салон, прачечная, стирка стоит 2,80 евро, сушка бесплатная. Это специальная система оплаты картой, ничего сложного, вы научитесь. Сауну я, к сожалению, не смогла вам тоже показать в связи с коронавирусом, но показываю вам фотографии с интернета. Я узнала, как попасть в сауну. Для этого нужно созваниваться, либо связываться с президентом общежития, у которого находится ключ. Мы с вами зашли через главный выход, но в общаге есть два выхода еще. Смотрим вид с одного из них. Так выглядят номера, у которых есть терраса. И третий выход, который оказался разбитым на момент моего посещения, но я думаю, это будет скоро исправлено. И эта дверь ведет нас во внутренний дворик. Давайте посмотрим, как он выглядит. Опять же, номера с выходом с террасой. А мы едем смотреть комнату.
комната в блоке с соседом, то есть у вас здесь своя комната, но по соседству в своей комнате живет сосед, у вас общая кухня, общий душ. В принципе, эта фотография с сайта, она соответствует реальности, комнаты могут отличаться немножечко размером, но в целом все то же самое. Так выглядит ваш мини-апартамент, где вы живете без соседа. Это открытый балкон на самом последнем этаже. И, наконец-то, терраса. Это была общага Штува на Зейштадт. Следующая общага, которую мы посмотрим, будет Донаубейс на Донауштадтсбрюке. Поэтому оставайтесь со мной, подписывайтесь и ничего не пропустите. Так, вообще в целом неплохая.